Всем хай! В какой-то момент жизнь закинула меня на страницу мистери боксов. Мистери боксов с Авито. Вообще на Авито можно найти все. И иногда это по-настоящему расширяет границы восприятия магазинов. Потому что это буквально все и даже больше. Ну, например, это. Подарок на 8 марта. Очко. Мастер. Крем-гель Вари жопа. В какой-то момент на Авито начинают появляться продавцы мистери боксов. Забегая немного вперед. Как вы видите, здесь написано слово Wildberries, но этот бокс не с Wildberries, он с Авито. А что такое вообще мистери бокс? Ты покупаешь коробку с неизвестно чем и надеешься на то, что ты, заплатив за нее, например, 1000 рублей, получишь товара 1020. Состав мистери боксов может доходить до целых 100 тысяч. Это всегда лотерея. И так как это лотерея, можно потратить кучу денег и получить полную хрень, например, кирпичи, потому что никакой гарантии того, что внутри адекватные продукты, у нас нет. Вообще, если копнуть чуть глубже, мистери боксы позиционируются именно как потерянные посылки или стоки разных магазинов, которые вместо утилизации сотрудники выставляют на разные сайты, где продают все то, что у них завалялось на складах. И дальше, купившие эти рандомные наборы люди, уже самостоятельно занимаются перепродажей. Мистери боксы — это сверхпопулярная тема в англоязычном ютубе, и по опыту кучи распаковок иностранных блогеров могу сказать, что я вообще без понятия, чего мне сегодня ожидать. И тот факт, что у меня огромный бокс с брендингом ВБ, тоже вызывает вопросы. Но настроение у меня позитивное, поэтому я верю в лучшее. Мистери бокс номер один. Так, мы начинаем с первой вот этой вот коробки. Стоимость первого мистери бокса была 2000 рублей. Что там внутри, не было указано, поэтому там может быть вообще все что угодно. На этом моменте я просто сломалась. Давайте я оставлю все-таки это на самую последнюю очередь. Вы бы мне просто не поверили. Мистери бокс номер два. Раз у нас так получилось, что мы были вынуждены взять и прервать нашу самую первую мистери бокс на самый конец, я решила сейчас взять вот эту. Здесь, на этой коробке, написано, что товар невозврат. Следующий мистери бокс я купила уже за 3000 рублей. В этот раз, если посмотреть фотографии, можно было найти фотки огромного количества техники. Вряд ли здесь будет какой-то MacBook, но что-то крутое вполне да. По весу она, честно, весит, ну, тяжелее, чем моя камера. У меня камера достаточно тяжелая. И мне кажется, блин, я даже не знаю, мне кажется, как будто бы там должны быть наушники какие-то большие, массивные. И, возможно, какая-нибудь колонка. Давайте посмотрим. Охренеть! Ребята, охренеть можно! Я угадала! Я не знаю! Я вам клянусь! Вы 100% думаете, что это постанова? Я клянусь! Вот честно, вообще, это не постанова! Я первый раз в жизни вижу эти коробки, я заказала их с Авито. Они все подписаны в Wildberries, но я даже не ожидала. Посмотрите! Идет туда камера. Я тут хотела сказать, что я угадала про наушники, но там лежала камера. Чего? Это было сейчас как-то... Да никто в жизни не поверит, что это не постановочное видео. Никто никогда не поверит. Это вообще жесть. Чего? Я решила загуглить абсолютно каждый товар из тех, что я доставала из мистери бокса. Это было очень тяжело, потому что вещей бесконечно много, и смотреть, сколько стоит каждый, то еще развлечение, но я решила посчитать, как много денег я заработала после распаковки мистери боксов и в чем, собственно, заключилась моя выгода. И вот, мы сразу зашли с козырей. Знаете, сколько стоят эти наушники? Они стоят 1781 рубль. Просто с ума сойти. Здесь есть две версии наушников, не подписано, какие нам выпадут с Микки или с Мини, но давайте осторожно откроем и проверим. И мне выпали наушники с Мини. Это, правда, детские наушники, но сейчас я посмотрю, налезут ли они на взрослую башку. Слушайте, ну в целом нормас, но, конечно... Маловато, но нормас. По красоте очень красивые. Дальше в подарок еще дали вот такие вот стикеры прикольные. Но они, конечно, пахнут, ну, пофиг. Нет? Очень крутой мистери бокс. Я в шоке. Дальше здесь была вот такая вот штука. Здесь написано, что это детские часы. Я так понимаю, что это аналог типа Apple Watch для детей. Давайте их посмотрим. Выглядят они реально очень круто. Я уверена, что ребенку бы они очень понравились. Балдежно. И цвета очень приятные. Это синий-голубой оттенок. Круто выглядит. И вот сколько стоили эти часы. Блин, я в шоке с этого мистери бокса, реально. В очередь с этого мистери бокса. Поехали дальше. И здесь у нас, блин, колонка. Понимаете? Выпала колонка, я надеюсь, она нормальная.
честно, ну здесь даже Apple нарисован, понятно, что это не колонка Apple. Она выглядит как буквально тот самый процессор от Apple, безумно дорогой, который еще теркой называют. Интересно, сколько стоит вот эта вот колонка и насколько хороша она будет по звуку. И эта колонка стоит 1300 рублей. Я просто в восторге. Последняя посылка в этом Mystery Box'е — это, блин, камера, вы понимаете? Это камера. Те, кто шарит, уже поняли, в чем проблема. Я в шоке. Цены нету, но здесь есть вот такая вот маркировка этой камеры. Интересно, как она вообще попала в этот Mystery Box и откуда ее вытащили. Поехали, посмотрим, что она из себя представляет. Это очень странная камера. Были такие телефоны, короче, раньше. Да. С огромной такой камерой сзади, самсунговские. Я первый раз вижу что-то подобное. Я даже не знаю, как этим пользоваться. Но я в восторге, что нам выпала камера, вы понимаете? Камера, ребят. И вот сколько она стоит. Так вот, в чем же проблема? А, это не камера. Все равно камера. Вообще, на самом деле, ощущение, что Mystery Box собирали специально для какого-то ребенка и отца, потому что видеорегистратор, потом колонка, и в то же время часы, и вот эти вот смешные наушники, но это явно история о том, что для взрослого и маленького. Короче, прикольно. Итак, Mystery Box обошелся мне в 2700 рублей. В итоге общая сумма всех штук оттуда 5700. Как думаете, стоит ли он себя или это бесполезный хлам? Все, пойдемте дальше. Mystery Box номер 3. Открываем следующий Mystery Box. Он пришел вот в таком пакете, он очень маленький, я надеюсь, что вообще Mystery Бокс, не какой-то мой рандомный заказ, который мне пришел. Стоимость вот этой вот штуки 1000 рублей. Давайте посмотрим. Итак, дорогие друзья, распаковывать Mystery Box, где ты не знаешь, что тебе подпадется, это, конечно, очень хорошо. Но сейчас я хочу распаковать свой заказ с Озон, где я точно знаю, что я заказала. Здесь у меня есть товары для дома. А вернее говоря, товары для моей комнаты. Достаем. Первое, что я заказала, это вот такая вот красная тарелочка от бренда Даляна. Вообще это соусница, но мне очень понравился дизайн, потому что сюда можно складывать аксессуары, типа колец или сережек. Также она просто суперски впишется мне прям вот сюда на полку. Дальше идет вот такое вот постельное белье. Если честно, я не очень люблю яркие принты дома, поэтому взяла абсолютно базовый комплект от бренда Павлина. Ну и последнее, это вот такой вот кофейник French Press, потому что я человек, который пьет кофе когда? Всегда, даже прямо сейчас. Это всегда очень нужная и важная вещь в моем доме, потому что мой предыдущий French Press уже все. Смотрите, какой маленький, красивый и компактный. Просто идеальный малыш. Это я забираю себе на кухню. Вообще на Озон просто огромный выбор вообще всего. Тут и мебель, и посуды, и текстиль, и декор, и многое другое по очень выгодным ценам. Ну и еще, конечно же, очень удобно доставка в пункт выдачи или курьером до двери. А еще бесплатный возврат есть. В общем, переходите по ссылочке под видео, чтобы сделать свою комнату еще более уютной. Ну, а я продолжаю распаковку Mystery Box'а. Ой-ой-ой. Это Mystery Box, в котором были духи. Короче, я нашла какую-то штуку, где написано, что будут разлиты в миниатюр всевозможные хайповые духи, но ты не знаешь, какие духи там будут разлиты. И в итоге вот, что мы с вами получаем. Ваня, трындец вообще. Так, опа! Lost Cherry попался. А я в этом разбираюсь, я его очень много раз поносила. Не то, чтобы хорошая идея была отдавать вот эту хрень 40 тысяч рублей. Ой, простите, я этого не говорила. На себя скажу. Попробуем. Слушай, ну по запаху это реально Lost Cherry, даже как будто бы не паленый. Да. На себя скажу. Давайте проверим, потому что я точно знаю, как это должно носиться и как ощущаться на коже. Нет, это не оригинал Lost Cherry, они более спиртовые вот эти. Так что здесь нам наврали. Но при этом давайте посмотрим, какие ароматы, кроме Lost Cherry, я получила. Нечто нечитаемое. Возможно, вы знаете, что это за духи, но я не знаю. Это какие-то популярные духи. Какие популярные? Флёр Наркотик. Опа! Это, видимо, маленькая миниатюрка-подарочек, но вот такой вот мистер душной, душнистый бокс нам выпал. Все провоняло духами, какофония страшная. Итогом наполнение на 600 ру, а потратила 1000. Ваше мнение? Mystery Box номер 4. Самый большой. Я надеюсь, что это огромный гигантский бокс с Авито, как на самом деле с Wildberries, меня не разочарует. Вот так выглядело объявление этого бокса, только я купила его не за 6000, а за 5000. И вот что из интересного пишет продавец данного бокса. Продаю коробку с товарами Wildberries, которые остались без хозяина. Примерная оценка содержимого 10-15 тысяч рублей, но отдаю за 6 тысяч, я купила все еще за 5. В основном, насколько я знаю, там одежда, можно продать потом самим в розницу. Все новое, и они просто лежали на складе мертвым грузом. Посмотрим. Уф! Он очень тяжелый, он неподъемно тяжелый. Я не знала, что он такой тяжелый, потому что Дарит помогала дотащить, и я просто в шоке, охренеть. По ощущениям, он, наверное, килограмм 15 весит, потому что два моих кота вместе взятых весит и рычал.
5000 рублей. Также я узнала, что на Авито есть огромное количество мистери-боксов, которые люди самостоятельно собирают, чтобы потом продавать. И если вам вдруг будет интересна тема этого видео, обязательно, кстати, ну, лайк, конечно же, поставить было бы славно. Я закажу, возможно, даже ваши мистери-боксы, потому что я буду делать заказ от людей, не от каких-то магазинов, а именно от людей, и вместе с вами будем смотреть, что же там представлено. Ну, а возможно, я даже свои мистери-боксы соберу и тоже выложу на Авито, но об этом надо будет подумать потом попозже. Это просто охренеть. Ой. Невероятно тяжелый и невероятно огромный. Поехали. Боже мой, мне страшно. Я не представляю вообще, что там будет. Я очень расстроюсь, если вся моя удача закончилась на тех мистери-боксах, и здесь будет фигня. Вы понимаете, в этом боксе был... Мяу. Ужасные слова, ужасные слова. Я напоминаю, что состав мистери-боксов может доходить до целых 100 тысяч. Это всегда лотерея. Ой-ой-ой-ой-ой, ребята, очень много всего, просто целая куча вещей навалена. Я не знаю, с чего начинать, но давайте с другой коробки и начнем. То есть в этом боксе были еще коробки. Номер один. Открывай. На твоем месте... О, боже. Я... Это страшный контент. К нему пришли похоронные цветы. Бездна делают офигенные стильные вещи. Ах да, моему бренду Бездна исполнился год, и за год у нас появилось очень много совершенно новых вещей. Обязательно посмотрите сайт, ведь сейчас очень много крутых акций. За этот год из пары футболок и зипок у нас появились пиджаки, шорты, юбки, брюки, топики, лангсливы, рубашки, зипки, худаки, аксессуары, футболки. И скоро выйдут еще много крутых вещей. Футболка на мне тоже из Бездны, кстати. Ладно, это страшный мистер Бокс. Серьезно, похоронные принадлежности. Интерьерные цветы выглядят по-другому. Это реально похоронные цветы, чтобы делать венок. Пожалуй, это мы не будем разыгрывать, но, возможно, для Хэллоуина мне это когда-нибудь понадобится. Но, честно говоря, вот этот мистер Бокс начался как-то... Инклэшн. Вещь номер два. Честно, не знаю, что взять дальше, потому что какие-то странные ремни лежат. Сейчас мне интересно их брать, я даже не понимаю, что тут в теории может быть. Давайте возьмем коробку, вот такую красненькую, с красными крестами. Интересно посмотреть, что здесь будет. Здесь есть какой-то QR-код, и эта коробка была уже вскрыта, это сделала не я. То есть это значит, что конкретно эта коробка кому-то действительно отправлялась, и, возможно, ее не приняли. Она полностью раскрыта. А, подождите, стоп, а что не так? Что с этим не так? Это самые обычные... новогодние гирлянды. Причем, смотрите, какой огромный шматок этих гирлянд. Очень большое тут количество. По-моему, прикольно. Я буду выводить вот здесь вот стоимость, чтобы увидели, сколько примерно стоит такая штука. Ну, пока что на самом деле бокс не опустился. Вещь номер три. И далее, ребят, здесь была вот такая вот штука. Я так понимаю, что это тоже еще один видеорегистратор. Опа. А, это штатив, это не видеорегистратор. Здесь был вот такой вот штатив. На самом деле, штатив — это всегда полезная вещь. Стоит он примерно столько, и в целом он очень прикольный, розовый, яркий. Я даже не знаю, как вам комментировать то, что мне попалось. Вещь номер четыре. Далее у нас вот такая вот штука, на которой написано «блестящая алмазная вышивка». Если что, я сейчас нахожусь в своем офисе в бренде Бездна, кстати, но футболочку оцените, да. Но если здесь будет какая-то хайповая штука, я прям сейчас это отдам на производство, но я без понятия, что здесь будет. Нет, явно на производство не нужно. Ну, короче, это набор для того, чтобы делать картины из классных вот этих вот блестящих штук. На самом деле, я знаю много людей, которые в такие вещи очень сильно залипают. Получается такое около медитативное состояние, когда ты собираешь эту картину. Поэтому это, правда, очень хорошая вещь. Я, конечно же, ее тоже добавлю вам в мистер бокс. Здесь, по идее, такая картинка с цветами в вазе. Вот, насколько я понимаю, именно такой результат должен получиться в итоге. Ну и стоимость таких картин примерно вот столько. Вещь номер пять. Так, поехали дальше. И здесь были две упаковки мармелада. Ну, честно говоря, даже не знаю, что комментировать про мармелад, но столько он стоит. Я такой мармелад никогда не видела. Но срок хранения у него нормальный. До 25 года его можно есть и, скорее всего, не умереть. Вещь номер 6. Поехали дальше. Честно, не знаю, что взять. Давайте возьмем вот эту очень раздолбанную упаковку и распакуем ее. Так, здесь какой-то ремень. Ага, опа, и здесь был вот такой вот, на самом деле, очень прикольный ремень со стропой. Короче, очень крутой ремень, по качеству качественно, по цене. Но пока мистер бокс, на самом деле, ну, не то чтобы как-то сильно радует своим наполнением в плане цены. Все еще мы не так сильно окупились, если вообще окупились. Вещь номер 7.
Дальше здесь была вот такая вот штука. Это, короче, эффект звездного неба. На самом деле, я люблю такие вещи, мне нравятся. У меня их дома много, у меня даже на складе их много. И это очень приятная вещь. Стоит она примерно в районе 1000 рублей, в зависимости от магазина, где мы ее покупаем. Вещь номер 8. Итак, достаем еще одну коробку из этой коробки. По весу она на самом деле весит не так тяжело, как выглядит, потому что когда я доставала, я думала, сейчас будет тяжело, но она какая-то легкая. Кстати говоря, я так и не понимаю, почему коробка вот этой все эти дни весит так много, но вещи тут достаточно малогабаритные. Ладно. Что это такое? Так, подождите. Что это? Рама? Фара для грузовика? Как будто насадка на фару. Дальнобойщики какие-то пары причем. Ребят, я честно, вообще без понятия, что это такое, но это реально выглядит как насадка на фару, типа на машину. На какую, без понятия, но явно на какой-то или большой джип, или на какой-то грузовик. Максимально странная вещь, возможно, вам или вашим родителям нужно. Но если кому-то нужно, напишите, забирайте в моем телеграме. Я без понятия, что это. Ну, если это действительно то, что я думаю, что это насадка на фару, то стоят они примерно вот столько. Но, возможно, это вообще не оно, и это, я не знаю... Насадка на свет. Я КЗ, пожалуйста, помогите, спасите, я не разбираюсь. Вещь номер 9. Окей, поехали дальше. Возможно, эта коробка все еще нас не разочарует. Что это? Чё? Это электросамокат или это детский самокат? Я не понимаю. Детский. Детский самокат? Да, детский самокат, вот что там тяжелое было. Просто... Я сейчас разрабатываю, что тебе подарить это кому-то, кто работает на складе. Курьеров, который доставляет. Да, это чисто просто пойдет кому-нибудь, короче, из сотрудников, кто помогает доставлять бездну, потому что, ну, я думала, что, знаете, почему у нас так или иначе какая-то машинная тематика, но просто это самокат. Вот столько он стоит. Класс. Вещь номер 10. Так, осталось у нас раз, два, три, четыре, пять, шесть штук. И какая-то странная, пугающая меня хрень, положим ее сюда. Ну, давай возьмем вот этот вот непонятный черный коробец. На самом деле, этот черный коробец выглядит как насадка для линз на телефон. Надеюсь, это они, потому что если там у меня какая-то похоронная тематика, будет очень страшно. И... А он без упаковки еще был странный. Он просто вот так валялся, ну... Вещь номер 11. Так, а теперь мы с вами, внимание, нашли еще одни наушники. В этот раз они беспроводные. Давайте откроем и посмотрим их. На самом деле, я очень надеюсь, что это нормальные какие-то наушники, и они не взорвутся, потому что выглядят они несколько сомнительно. Так ощущение, как будто они просто очень долго валялись на каком-то складе, и вот их решили в итоге сплетать. Да, похоже. Он похож по вайбе на беговой. Давай посмотрим, как они внутри выглядят. Ну, кстати, внутри дела обстоят лучше, чем снаружи. Вот такая вот штука, правда, вся в говне. Очень странно выглядит, на самом деле. Я бы это не стала никому разыгрывать. Не знаю, что делать с этими наушниками. Ребят, посоветуйте, потому что у меня нет идей. Цена ей стоит вот столько. Вроде полностью сбакованное изделие, вдруг оказалось грязным и оказалось в этом мистери-боксе. Загадки, понимаете, да? Вещь номер 12. Так, поехали дальше. Здесь есть еще, о, кстати, тяжелая коробка. Написано All Powers, вся сила. О, это, понимаете же, батарейка беспроводная. Господи, это был Power Bank. Слушайте, ну, Power Bank это реально крутая вещь, она всегда нужна. Это, ну, буквально в быту пригодится абсолютно каждому. И этот Power Bank выглядит достаточно мощным. Короче, Power Bank класс. По цене... Вещь номер 13. Давайте возьмем нечто неведомое, вот в такой вот крайне сомнительной упаковке. Делаем распаковку, сюда. Подождите, я пока что не понимаю, что это как будто бы насадка для душа. Чего? У тебя есть идея, что это может быть пока? Вообще не понимаю. Я не понимаю. Ребят, как вы думаете, что это за хрень? Я надеюсь, что не 118+, а это что-то разбираем. Слушай, такое ощущение, как будто такое приспособление для унитаза. Там не было никакой информации. Это, по-моему, деталь от чего-то. 100% это какая-то деталь. Если у кого-то есть понимание, что это даже в теории может быть за деталь, пожалуйста, сообщите. Ну, потому что я вообще не понимаю. У меня даже идеи нет. Я не знаю, как это гуглить, сколько это стоит. Много вопросов, мало ответов. Очень странная херь. Что это? Вещь номер 14. Все, у нас осталось всего, получается, три вещи. Здесь какие-то странные, непонятные крепления. Может быть, это, конечно, пригодится в быту, но... Что это такое вообще? Ремни или что это? Сколько это стоит, я не знаю, но примерная цена на стропу вот с такой вот бляшкой такая. Поэтому, собственно, за два подобных изделия мы с вами получаем примерно эту цену. Если что, во второй упаковке они ровно одинаковые, это буквально один в один. Вещь номер 15. И достаем самую последнюю штуку. Ну ладно, повезло. Ну вытащил, ну джекпотнулась. Вроде как, да. Ну джекпотнулась. Давай, давай.
сюда. И это получается штатив. Непонятно, какой это штатив, но абсолютно точно понятно, что он уже бывший в использовании, потому что здесь нету заглушки, ну, короче, много нюансов здесь нет. О, кстати, хороший по качеству. Но он тяжелый. А тяжелый, что типа, значит, он может держать тяжелую технику, а это значит, что я довольна. В общем, ребята, с учетом штатива, стоимость этого бокса получилась примерно такая. Стоимость самого мистери бокса составляла 5000 рублей на Авито, но при этом это типа вещи с Wildberries. Вернемся к первому мистери боксу. Короче, я решила просто не показывать эту посылку самой первой, потому что вы бы мне просто не поверили. Я вам отвечаю, вы бы не поверили. Это был мистер бокс по Геншину. И просто посмотрите даже на эту карточку, потому что здесь Нингуана Аят, это буквально одни из моих самых любимых персонажей из Геншина. Мне просто выпадает все с Орликина, еще ко всему прочему. А еще я подумала, ребят, что раз у нас с вами такое невероятное везение по вот этому всему контенту, я думаю, что я это все разыграю для подписчиков моего телеграм-канала. Вот все, что вы здесь видите. Что ж, смотрите это видео, а я пойду... У меня есть вот такой вот пакет с Wildberries, с косметикой, которую никто не покупал, но я еще об этом не знаю. Thank you.